походим, а обходим. Вам нравится такая дорожка? Да. Да? Сколько раз ты ее проходишь за день? 7 раз? Ничего себе! Так, дай твои руки потрогать, наверное, крепкие. Ну-ка. Ух ты, мышцы какие! Ну да, молодцы. Это да. Давай, давай, пошел. Самый сложный участок, да? Ничего себе. Ну-ка, я попробую тоже. Ох, попробуем сейчас. Ой, ничего. Тут и взрослому полезно походить. Это ж как вестибулярный аппарат, как работает. Вас не догонишь, да. Вы уже тренированные. Ничего себе. Ой, вот это да. Ну, молодцы, мальчишки. И это надо пройти. Ее не страшно? Не, слушай, тут не детям, тут надо взрослым ходить. Потому что такая работа на вестибулярном аппарате. Ничего себе. Красота какая. Да, правда. А да, а надо. Ну вот, молодец ты, да. А вы, я чувствую, бабушка замечательного мальчика, которого мы все время слышим, как вы воспитываете. А что делать, понимаете? Да. Ну а как не воспитывать? Вот скажите, пожалуйста. Только бабушкам и дедушкам и воспитывают. Ну вот именно. Потому что родителям некогда. Абсолютно. Я как раз все время говорю этому санаторию, что здесь должна быть акция бабушка плюс дедушка, ребенок бесплатно. Нормально я? Отлично. Да. Ой. Вот такая бы. Ну вам нравится здесь с ребенком-то? Очень. Да? Но я от него, конечно, устаю. Понимаете, я с ним в школу, из школы, уроки, да, кормежку готовлю, его кормлю. Мама как уехала в 6 на работу, ага, так в 20 и приехала. Можете представить себе, какая... Ну, раз мама доверила, это уже большое дело. Не каждый, с нуля не каждой бабушке доверяет. Но мама я своих устала, этих. Располнела здесь. Вот это у меня на 1,5 килограмма. Знаете, как тяжело сбросить эти 1,5? Я их так сбрасывала целый месяц, а тут за 8 дней набрала. Ой, кошмар. Ну-ка, сейчас я попробую. Дело но в том, что но вам нет... помогает вот сама обстановка санатории с ним? Конечно, тут вот есть где позаниматься, конечно, да? Чем он у вас вот, кроме вот этой, занимается? Санаторий. Он велосипедом, он занимается, на море мы ходим, он занимается его на тех, вот это самое тоже игровой, ну как это вот эти, я не знаю, как они правильно называют, вот, вот для взрослых, которые... А, вот, тренажеры. Тренажеры, надо же. Он везде. А процедуры ему какие, выписаны? Процедуры выписали ему, ну мы с бронхитом приехали, нам бассейн не разрешили, ага, ванны принимает ингаляцию. И принимает он этот сам куф детский. Это ультрафиолетовое излучение коротковолновое. Ага. И вы специально осенью приехали, потому что бронхиты специальные? Нет, специально поехала я. Ага. Я так захотела весну. Ага. В Москве, там гололед. Слякоть, грязь. Слякоть и гололед. Но я уезжала, слякоти мало было, ага, но гололед, гололед. Ага. И еще до мая месяца. А здесь продлили себе. А здесь не только весну, я лето увидела. Ну вот санаторий, если золото, бронза, серебро, что бы вы ему дали? Золото.
золото, бронза, серебро. Ой. Золото, конечно, есть недостатки, но серебро бы дала. Дали бы. А вот по конкретным категориям, вот в комфорт, например, как вы живете? Вам комфортно? Я чемпион. Здесь жить? Ну, в принципе, комфортно. Золото, бронза, серебро? Серебро все равно. Да. Медицинское обслуживание? Тоже серебро, и есть причины. Ясно. А говорить не буду. Не надо. Серебро. Отношение персонала. Вот отношение персонала тут тоже, понимаете, разные люди, разные отношения. Уже сразу чувствуешь, кто к тебе расположен и кто вообще честно относится к своим обязанностям. То есть некоторым вот золото... Верность у меня это называется, своему делу. Верность своему делу, да. Вот верным своему делу золото, а неверным, ну, серебро. Ну, серебро. Спасибо. Ну, да. А как вас зовут? Извините. Лариса. Лариса, да. Вы откуда? Из Дмитрова города. Дмитрова. Это Москва, в общем, можно считать. Да. 55-й километр. Спасибо. Чемпион! Гони! Вода дает. Ну, ему нравится, чувствуется. Как вам нравится здесь? Очень нравится. Да. И детская вот вся часть нравится. Детская вообще замечательная. А что не хватает? Что? Не хватает что-нибудь для детей? Нет. Все устраивает. Мне нравится, все отлично. А вы приехали с проблемами или как? Нет, мы просто на несколько дней к морю отдохнуть. Мы не в санатории. А, вы... Но в санаторий приходите прогуляться. Нет, мы в санатории. Ну, в смысле, здесь, в корпусе отдыхаем. Мы без лечения взяли. Взяли. То есть понимаете, что сам климат вам что-то даст и как-то настроит. Хочу сказать, что мы вообще живем здесь, в Краснодарском крае. Ну. И все равно в Сочи приехали. Ну, в Сочи приехали к морю. Там, где мы живем, у нас море. И все равно в санатории знания. И все равно сюда. Здорово. Спасибо вам. Вот мы первый раз сюда и обязательно приедем еще. Конечно, я прожила всю жизнь, как бы уже. Я была во многих санаториях, в том числе и в Крыму. Была много. В Ялте была, в Алуште и так далее. В Севастополе была. Но так как здесь... Здесь, конечно, лучше во всех аспектах. Может быть, потому что зимой попала в такую это обстановку. Вы знаете, я тоже первый раз зимой поехал и просто в шоке, почему я этого раньше не делал. Потому что настолько, может, возраст уже такой, что комфортнее вот в такой обстановке, когда... Я весну захотела. Да. Весну. У меня одно было желание, весну увидеть. Ну, мы теперь тоже понимаем, что лето не за горами. Где-то здесь. Оно уже близко. Здесь, если едешь по городу, не увидишь, не поймешь, это лето. Мы здесь были весной, в мае. Здорово. Спасибо вам. Всего доброго.